Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему Римас, и это видео предназначено для тех людей, кто меня часто спрашивает: вот Римас, я купил игру Elite Dangerous на официальном сайте и указал свой адрес, почтовый индекс, и она как-то ко мне не пришла, вот с меня сняли там 3500 рублей целых, и я вот не могу понять, как эту игру вообще приобрести. Бабки сняли, а игру не дали. Вот так вот. Вот все, иду в суд судиться. Ребят, а если вы купили игру на официальном сайте, то, соответственно, вы ее можете скачать на официальном сайте. Качайте лаунчер, заходите в лаунчер под своим ником, и после этого вы сможете уже начать установку. Там будет, ну, процедура пойдет, подтверждение, то есть вам отправят ключ. То есть ключ входа, не ключ на игру, а ключ входа, да. То есть вы подтверждаете, и все. То есть вы как бы своим ником заходите в игру, скачиваете и играете. Итак, давайте начнем. Вы находитесь на официальном сайте Elite Dangerous, да? То есть это у нас Tor, видите, .elitedangerous.com. Вот, USD. Заходите под свой ник, я уже зашел, логаут мне не надо делать. Заходите My Account, мой профиль. И вот перед вами показывается то, что вы... Какие делали операции, да, то есть, видите, вот мои операции такие. Я купил игру, сначала купил бета, потом решил ее апгрейдить до премиум бета, то есть доплатил 75 баксов, целых 75 баксов, это было еще в прошлом году, летом, не помню, да, летом, да, вот в июне. А после уже, ну, купил там всякие скины, ну, можно, в принципе, заказать футболки. Для чего вас спрашивает индекс и ваш почтовый адрес? Это на тот случай, если вы в будущем будете заказывать всякие футболочки, в общем, всякие плюшки по этой теме. Я этим не занимался, я заказал себе только скины на кобру, раскраска там, полировка и так далее. Тоже ненужная вещь, по идее, вам нужна только игра, да? Итак, дальше вы заходите на... вот на эту вкладку, да, то есть это продукцию, которую я могу скачать. Заходим сюда и видим Elite 1984 года, это вот первая Elite, которая вышла. Разработчики дарят всем бесплатно. Ну и, соответственно, вот он, премиум бета, стандарт бета, да, в вашем случае будет просто Elite Dangerous, и нажимаете скачать. Все, вы скачиваете лаунчер, после этого вы его устанавливаете, и все, и там, по принципу, вы не потеряетесь. Еще раз повторим: Elite Dangerous, официальный сайт. Заходим в мой аккаунт. Вы уже, конечно, вы зашли под свой аккаунт, да, ввели пароль и так далее после регистрации, да, после того, как вы купили игру. После этого заходим, ну, то есть это не надо, вот те продукты, которые я могу скачать. И все, здесь все просто. И качайте соответствующий продукт, который вы только что приобрели. Не надо никакой диск ждать, вам его по-любому не вышлют. Ну, если вы там, конечно, попросите, и там какие-то тоже есть. Ну, зачем это надо, да? Нам самое главное — игра. И вот, собственно говоря, вот так вот. Я надеюсь, вам это видео поможет. Ну, просто очень многие спрашивают. Вот, не, ну, как бы я понимаю, да, я вначале тоже как-то, помню, запаривался с этим делом, а потом более-менее подробно посмотрел, почитал форумы, да, и сам... как бы методом тыка это все дело разузнал. Когда элитка только выходила, еще она еще была в разработке, сайт чуть-чуть был по-другому выглядел, там более сложно это дело было неразборчиво для меня. Ну, потом вот так вот. Всем вам удачи, до скорых встреч.